рождения веселый праздник. Но лучшего праздника, чем юбилей, не бывает. Сегодня у даже первый юбилей. 10 лет исполнилось этому замечательному клубу. Сегодня такой замечательный праздник, юбилей первый. Вам уже преподнесли какие-нибудь подарки? Честно вам говоря, такие именно то, что подарки нет. Больше все звонят, как бы поздравляются, люди сами приходят с поздравлениями. Именно что подарки нет, это мы дарим подарки своим постоянным гостям. А подарков было действительно много. Клуб «Дежавю» приготовил для своих клиентов символический сюрприз в виде виски и водки в тесте. А все потому, что в самом первом ресторане «Дежавю» во время сухого закона можно было купить спиртное, которое запекали в хлеб. Сегодня десятилетие «Дежавю». День рождения клуба «Дежавю». Я вообще случайно сюда попал, услышал музыку громкую. Я живу в этом доме и вот спустился вниз, а тут весело оказывается. Одни из самых первых посетителей «Дежавю» тоже оказались в зале. Им предоставили возможность почувствовать себя настоящими барменами и собственноручно приготовить себе коктейль. Ближе к полуночи на сцену вышла очень красивая девушка без комплексов, которая порадовала всех мужчин танцами топлес. Твой мир, твоя игра, каждую ночь и до утра. Новые люди и имена, новые стили и времена. Есть какие-нибудь пожелания? Все-таки юбилей. Конечно. Процветание, побольше красивых, модных, ярких людей. Директорам побольше денег, барменам побольше чаевых, а всем побольше счастья. Хочу пожелать больших чаевых. Это очень важно. А еще мне хочется, чтобы та душа, которая живет в этом заведении, никогда не покинула его, потому что здесь очень-очень-очень весело. И это не просто так. Можете пожелать что-нибудь «Дежавю»? Таких же клиентов, как и мы. Счастья, процветания. Чтобы был прекрасный персонал, были прекрасные люди, прекрасные клиенты. Побольше клиентов, веселых, красивых, умных, чтобы тут было всегда весело, классно. С днем рождения, «Дежавю»! Нет запретов и нет проблем. Выбирай, когда и с кем. Нет запретов.